Привет, меня зовут Наташа. Всем привет, меня зовут Наташа, и передо мной есть два смартфона. Какой же я оставлю себе, а какой подарю другу? Да, целых 3 года прошло с видео, которое вы только что посмотрели, и я помню, мне тогда еще писали комментарии. Больше 2 месяцев, как и Samsung, на Вилсакоме она не продержится. Ага, шах и мат, господа. Вот она я, вот Samsung, и мы вместе с вами продолжаем снимать видео для канала Вилсаком. Вы продолжаете смотреть, за это вам большое спасибо. Напишите в комментариях, изменилась я или нет. Будет интересно почитать. Ну а мы возвращаемся к той самой теме, которой 3 года назад я снимала. Немало, а именно смартфону Redmi. Это Xiaomi Redmi 5, это смартфон моей бабушки, и на протяжении всех этих лет она им пользовалась. Я не знаю, сколько девайсов уже сменила я, наверное, 3 или 4 постоянных, но вот моя бабуля придерживалась одной траектории. И что самое интересное, у нас недавно на сайте вышла интереснейшая статья про то, что Redmi 9A стал практически самым популярным смартфоном сразу после iPhone 11, представляете? И вообще линейка Redmi — это очень популярные бюджетники, их очень многие любят, многие с ними ходят, кто-то ходит сам, кто-то для детей покупает, кто-то, вот, например, как я, для бабушки, потому что это простое устройство, оно недорогое, оно не требовательное, а мне кажется, что если вам нужен просто смартфон для каких-то ежедневных задач, то, собственно, вам и не нужен какой-то флагман. Что делает моя бабуля на этом смартфоне? Это, конечно же, WhatsApp, потому что мы ей присылаем фотографии с какого-то отдыха, у меня дядя присылает ей фотографии, соответственно, ее внучки, и она здесь все это изучает, смотрит, читает, но сама, к сожалению, ничего нам не пишет. Есть подозрение, что она просто нас не любит. Старается держаться от нас подальше. Почему у меня такое подозрение? Потому что писать она умеет. На смартфоне она умеет печатать, она заходит в Google, и для того, чтобы посмотреть ответы в кроссворде, если у нее кроссворды без ответов, она это все, значит, здесь аккуратненько забивает. То есть все-таки печатать она умеет. Но нам никаких сообщений не пишет, ни радостных, ни грустных. И в последнее время она вот начала мне жаловаться, то, что у нее очень плохо подгружается браузер, тормозит, и уже какие-то проблемы со смартфоном определенно рода возникают. Конечно же, я понимаю, что 32 гигабайта памяти, которые есть в этом смартфоне, могут вызывать эти проблемы. Бабушке, конечно, надо помочь и смартфон уже обновить, а то, ну, как-то не камильфо. Бабушка техноблогера ходит со старым Redmi. Я решила не мудрить, потому что, знаете, когда речь идет о бабушке, ей всегда сложно перестраиваться. Вот возьмешь Samsung, там уже другие иконки, там уже ничего не понятно, как это все работает, поэтому обновляться решила на Redmi. И взяла для интереса Redmi 10. То есть 5 поколений прошло между Redmi 5 и Redmi 10. Это довольно простой счет. Напоминаю вам, что клевые гаджеты по самым вкусным ценам есть у BeGeek, у наших больших друзей. Это самый дружелюбный магазин гаджетов, как всем известно, потому что они привозят быстро и с гарантией. И выбор у них огромный. Для того, чтобы выбрать свой гаджет мечты, переходите по ссылочке в описании. Что интересно, между этими двумя моделями я посмотрела, вышло более 30 устройств в Redmi. Понятно, что все они разные, это разные линейки, разные названия, конфигурации, но 30 устройств. Как вообще изменился самый популярный бюджетный смартфон? Давайте смотреть. Что хочется сказать сразу, десятка просто дико заляпывается. Вот пятерочка, вот все-таки классное устройство, офигенное. Здесь пластик, но он прям такой клевый. Во-первых, у него прикольный цвет, приятный, простой. Он действительно вообще не заляпывается. То есть я вот пальцами вот так жмякаю. По сравнению с этим девайсом, ну прям боль и разочарование. Ну неужели вот реально за 5 поколений устройств ребята решили, а давайте сделаем вот такой смартфон, который будет всех бесить тем, что у него будут ляпки оставаться. Ну реально, мне кажется, уже очень многие девайсы прошли вот этот этап. И что интересно, в 2021 году вышла десятка, не так давно, и мне кажется, уже есть пластик, который менее маркий. Ну окей, окей, спишем на то, что это популярно, что это бюджетное устройство, и что они хотели сделать вот такой интересный дизайн, как и, в принципе, во всех Xiaomi они это делают. Но я считаю, что это супер непрактично, и я как бы никому это мнение не навязываю, но мне действительно у пятерки нравится пластик больше,
реально здесь отдаю бал старому устройству. Но дальше, конечно же, о чем хочется поговорить, это камеры, потому что по традиции спустя несколько лет их стало гораздо больше. Вместо одной здесь теперь 4 камеры. И честно вам скажу, я уже пофотографировала на этот девайс, они здесь вообще не нужны. Однако фотографию вам покажу чуть попозже, вы сами в этом убедитесь. Дальше это отпечаток пальца. Здесь он также остался, в смартфоне Redmi 10 он также есть, только переехал он на боковую панель. И я считаю, что это действительно удачное решение, потому что в свое время я пользовалась Samsung Galaxy S10e, маленький, и у него тоже на торце находился отпечаток пальца. Это прям самое лучшее расположение для отпечатка, на мой взгляд. Работает быстро, понятно, даже лучше, чем в экране. Так что здесь зачет, отдаем балл новому смартфону. Дальше, что мне видно, а вам сейчас, наверное, незаметно, это то, что у нас теперь вместо microUSB Type-C разъем. Ну, хорошо, что они это сделали. Это не какое-то вау-достижение, это естественный прогресс. Теперь посмотрим, как за 5 поколений смартфонов изменился экран на Redmi. Здесь у нас в пятерочке 5,7 дюймов экран, и разрешение здесь HD. 1440 на 720 точек. В десятке, смотрите, уже 6,5 дюймов Full HD, 90 Гц обновление частоты экрана, 2400 на 1080 точек и матрица здесь SIPS. Но вот на что я хочу обратить внимание особое и прям поаплодировать, наверное, пятерке, это обзору экрана. Я вот сейчас вот наклоняюсь, смотрю на смартфоны под углом, и у меня вот этот экран десятки абсолютно темный. Он осветляется только когда я прямо на него смотрю, и я что-то не совсем понимаю, а как это произошло? Ну, наверное, судя по характеристикам, как-то стало лучше, и, наверное, на дальней дистанции, если постоянно пользоваться смартфоном, смотреть в него 24/7, эту разницу можно заметить. Но честно скажу, что вот так вот приглядываясь, очень сложно эту разницу заметить. Что касается процессоров, то в пятерке стоит Snapdragon 450, а вот в новом смартфоне MediaTek Helio G88. И я так понимаю, что в Redmi всегда ставят то, что дешевле, доступнее, потому что у них то Snapdragon, то MediaTek, и всегда это по-разному выглядит. Если честно, я больше доверяю всегда Snapdragon, он для меня более понятный. Если честно, как-то на долгой дистанции я десяткой еще не пользовалась, поэтому здесь мне сложно будет сказать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы здесь тоже стоял Snapdragon. Сделала бенчмарки, чтобы посмотреть наглядно, насколько изменился прогресс. Но что-то как-то я вам скажу, что за 5 поколений могло быть и лучше. Показатели очень и очень средние. Да, бюджетник, но блин, это 5 поколений смартфонов. Поставьте сюда Snapdragon, может быть, он будет лучше. Redmi 10 это первый смартфон, в котором появились встроенные 128 гигабайт памяти. Плюс вы также можете расширить до 512. Предыдущие модели, по-моему, максимально там было 64 гигабайта памяти. И это на самом деле странно для современных реалий, когда у нас уже смартфоны по терабайту, ну даже учитывая, что это бюджетник. И что интересно, здесь также можно поставить 2 нано-симки вместо одной, как это было в пятерке. Я пользуюсь 2 симками, для меня это полезная фишка, плюс у тебя еще идет расширение памяти до 512 гигабайт. Здесь как бы нет нареканий, действительно для бюджетника круто, можно использовать. Также хочется похвалить подросшую батарею, потому что сейчас она 5000 мАч, и это тоже пришло в Redmi не так давно, достаточно большой объем, которого хватает на целый день и даже чуть больше, как это обычно бывает. В случае с Redmi 5 здесь всего 3300 мА. Я спросила свою бабулю, сколько работает Redmi 5, и она мне сказала, ну, 3 дня я его могу не заряжать. И я подумала, ну, подожди, 3300 мАч, 3 дня она его вообще не заряжает. Я говорю, а ты вообще смартфоном пользуешься? Она говорит, ну да, вот, пользуюсь. Ну, теперь я даже не знаю, насколько ей будет хватать этих 5000 мАч, наверное, теперь можно будет целую неделю не заряжать смартфон. И это замечательно. Теперь вернемся к разочарованиям. Камеры, конечно, порадовать меня за эти 5 поколений так и не смогли. В Redmi 5 камера была, наверное, по тем временам, когда он вышел в 2017 году, для бюджетника она была, кстати, топовая. А вот сейчас, мне кажется, что даже для бюджетника
камера очень такая себе, потому что существует очень много, скажем так, конкурентов на рынке, которые могут показать гораздо лучший результат. И если честно, я, наверное, разочарована даже с точки зрения того, что я просто даже не увидела вот этого прогресса. Камер-то стало больше, их теперь 4. Но только зачем они здесь нужны? Потому что, ну, посмотрите на фотографии. Вот, конечно, разница есть, но она настолько минимальная, мне кажется, что за эти 5 поколений, ну, даже в бюджетнике могло быть гораздо лучше. Про ночные фотографии я вообще даже не зарекаюсь. Ради справедливости давайте скажем, что здесь основная камера на 12 мегапикселей, а здесь на 50 мегапикселей. Ну, вы видели результаты. Наверное, последнее, за что я поругаю сегодня Redmi 10, это за то, что у него до сих пор нет никакой пылевлагозащиты вообще. На мой взгляд, это уже должно быть базой, так как и Type-C, даже в самых бюджетных устройствах, хоть какая-то защита, но потому что в своей жизнедеятельности я реально, получается, что очень часто мочу смартфоны, то я в ванной его роняю, то он у меня в снег упадет, когда я с собакой гуляю. И мне бы хотелось, чтобы даже бюджетные устройства оставались в таких случаях без рисков. Ну а дальше одна похвала, потому что у нас появился стереодинамик. Да, он не очень хороший, и, как мне кажется, он очень неравномерный, потому что правый основной динамик, который у нас находится снизу, гораздо громче, чем динамик, который находится рядом с камерой. Из-за этого звука больше идет в правое ухо, чем в левое, но это не принципиально, потому что мы вспоминаем о том, что у нас все-таки бюджетник. Спустя 5 поколений сохранился мини-джек. Я уже давно не держала в руках смартфоны, у которых есть мини-джек, и это прям какое-то безумие даже немножко, хотя казалось бы. Честно скажу, уже давно очень не ходила с наушниками проводными, и это прям кайфовое ощущение, давно забытое. Прикол! Смартфон 21 года с мини-джеком. Ну, это прям кайфы. Следующее, за что поаплодирую, это NFC, потому что начиная с 9 модели, это у нас получается 20 год, то есть не так давно в Redmi появилась возможность бесконтактной оплаты. Ну хорошо, тут это все, что я могу сказать, могли сделать это раньше, и это нужно было сделать раньше. Более того, теперь моя бабуля сможет пользоваться скоростным интернетом, потому что этот смартфон поддерживает частоту 5 ГГц. Ради интереса я установила на эти смартфоны одни из самых популярных игр, которые сейчас есть. Это PUBG и Brawl Stars. Поиграла и на 5 модели, и на 10. Вот что я могу сказать. Можно, в принципе, можно даже на пятерочке в PUBG затаскивать. Но разрешение у вас будет минимальное, и соперника издалека вы, скорее всего, не увидите. Но тут уже будут затачиваться ваши скиллы. Но меня сам факт просто удивил, что я смогла зайти, в принципе, в достаточно требовательную игру и даже на Snapdragon 450 поиграть. Прикольно. Ну, а, соответственно, десятка после пятерки, почему бы и нет. Знаете, к какому выводу я пришла? Что если вы бабушка, вот реально, у вас нет там внуков каких-то, которые могут вам купить новую модель, то вообще не надо обновляться. Ну, реально, я вот, знаете, я еще раз посмотрела на пятерку, и я поняла, что это отличный девайс. Он по тем временам был крутым девайсом, и сейчас это до сих пор актуальный девайс. Ну, по моим меркам, да, конечно, есть свои исключения, но, блин, для задач, которые делает моя бабушка, с головой, то, что она, конечно, жалуется на смартфон, это, мне кажется, она уже даже капризничает. Вот если бы сейчас делали как тогда, ну, знаете, заговорила. А самое интересное, что, вот прикиньте, он настолько хорош, что он до сих пор продается. Реально можно забить Xiaomi Redmi 5 и купить его за 7000. Блин, это капец, 17-го года смартфон. Я с таким, по-моему, еще не сталкивалась. Сколько их сделали, что они до сих пор продаются. В общем, короче, можно купить даже новый. Ну, а старый, конечно, продать за 3000 максимум можно, наверное, и этого не хватит для того, чтобы обновиться, потому что новый смартфон стоит 14 тысяч или около того, если вы хотите более-менее хорошую комплектацию, в 2 раза дороже. Ну, слушайте, все равно это хороший бюджетник, если мы будем отталкиваться от того, сколько сейчас в принципе смартфоны стоят, это хороший девайс для выполнения ежедневных задач, я вот говорю, на нем даже можно в игры играть. В общем, если вы хороший внук, то обязательно обновляйте устройство своей бабушки, если вы хороший родитель, то обновляйте устройство своему ребенку. Если вы просто любите себя и ходите со старым бюджетником, я не понимаю, почему вы еще не обновились. Тем более, что Xiaomi все равно так или иначе не стоят на месте, и со свежим девайсом гораздо приятнее ходить. Но что мы делаем? Какие выводы? Что Xiaomi топ за свои деньги. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока.